конца еще. Если и вправду нас время сведет в свой час, хочешь других, любя, я буду ждать тебя. Хочешь, построю дом из четырех окон, но в каждом окне всегда будет гореть звезда, и на одну из звезд будет глядеть наш пес, ей с высоты такой в доме хранить покой. Дело другой звезде свет отражать в воде, помня про все мечты, что загадала ты. Третья звезда ясна, эта звезда для сна дольше любой свечи, ей догорать в ночи. Будет еще звезда та, что лишь нам видна, та, что скрывает нас от незнакомых глаз. Хочешь, при той звезде я буду петь тебе песню, что чуть слышна, ты у меня одна. Вадим Левашов. А на сцене ваша любимица, солистка, вокалистка, дипломантка, лауреатка и прочее. Юлия Левашова. Начнем с первой песни, которая называется «Молитва». Свет разлитый, голосом охрипшим шепчу в ночи странную какую-то молитву. Господи, дай ему терпение и сил, Господи, веры ему и смирение. Если о помощи он не просил, за него молю, преклонив колени. Господи, дай ему терпение и сил, Господи, веры ему и смирение. Если о помощи он не просил, за него прошу, преклонив колени. Поутру за окнами ветер стих. Не кори меня за мою тревогу, отпускаю ангелов-хранителей своих, ангелов, уставшим твоим в подмогу. До тебя всего только час пути, оказаться рядом, да не посмею.
Господи, дай ему терпение и сил. Вторая песенка называется «Дорожная». За окном луна в желтом круге, далеко-далеко, и все же я еще в пути до разлуки, и никто друг другу не должен. Я еще в пути до разлуки, к морю прочь от первопрестольной, рельсы в километры сольются. Как же сделать так, чтоб не больно, чтобы не хотелось вернуться? Как же сделать так, чтоб не больно? Как же стать красивой и смелой, стать спокойной и безмятежной? С моря я вернусь загорелой, посмотрю в глаза тебе нежно. С моря я вернусь загорелой. Синее, соленое счастье унесет с собой все печали, если... Было бы хорошо, чтобы ждали. Будет так, как я загадала, вновь дорогой поезд качает. Я не от тебя уезжала, я не от тебя уезжала, но зато к тебе возвращаюсь. Небольшой этот блок я завершить хочу своей песней, тоже из старых, которая называется «Без ответа». Еще не поздно. Пусть останется без ответа беспокойство июльской ночи и бессонница до рассвета и зари нерожденной прочерк. Пусть останется без ответа беспокойство июльской ночи и бессонница до рассвета и зари нерожденной. Осторожно, трава примята, след недолгий сойдет до зорки. Отчего пахнут встречи мятой, а разлуки полынью горькой? Отчего задрожали губы на ресницах роса? Откуда? Что же делать сердечком глупым, замерев в ожидании чуда? Исполнитель, если вы не поняли, пела на свои песни в этом блоке, сама их сочинила и записала на диск. Этот диск можно увидеть в нашем ларьке. Только учтите, что Юлия, когда его записывала, была еще Студенова, а не Левашова.
Вот. И на сцене снова...